Добрый день, Кеша. Ой, а это что такое? Дверной колокольчик? Неа, это напоминалка. Помнишь, мы хотели завтра рано утром на рыбалку пойти? Вот я и завязал себе узелок на память, чтобы не забыть. Мы на севере всегда так делаем. Ненадежная какая-то конструкция. А вот я сейчас себе механическую напоминалку изобрету. Все, помнить буду. Эх, Иннокентий, ты главное про рыбалку не забудь. Смотри, сейчас мы Цыпе напомним, что пришло время кушать. Точка, работает моя напоминалка. Теперь я ничего не забуду. Так, что там у меня по плану? Время пить чай. Спасибо, напоминалка. Эх, Кеша, Кеша. Ага, уборка. Ну да, я давно не убирался. Помыть, погладить, приготовить, не забыть, поесть, убрать, прополоть, починить, ствол, посмотреть, поесть, убрать, не забыть, не забыть. Наконец-то спать! Ах, да-да, надо перевернуться на другой бок. Все, не надо мне напоминать, что я должен смотреть сон! И вообще, слишком много напоминаний от тебя! Не годится! Решил тебе напомнить, что пора на рыбалку. Кеш, а где твоя эта напоминалка, а? Поверь, Тучка, про мою напоминалку лучше забыть. А вот твои узелки на память действительно работают. Понимаешь, Кеш, настоящие узелки не тут, а тут. А, узелки! А узелки ты как вяжешь? Какой узел?